Новости. Сделать жизнь в городе более комфортной. Под таким девизом Совет депутатов Балашихи провел очередное заседание. В минувшем году этому способствовало выполнение бюджета, а также слаженная работа администрации и общественников. Доходная часть бюджета исполнена на 99% или 11 295 000 000 рублей. Собственные доходы в структуре доходов бюджета составили 47% или 5 339 000 000 рублей. Основная часть расходов была направлена на решение проблем в сфере образования и ЖКХ. На выделенные средства ремонтировались дороги и строились новые спортивные объекты. Сегодня на повестке у депутатов вопросы не менее важные – оптимизация кадрового состава и развитие территориального общественного самоуправления. Изначально в составе структуры администрации было 9 заместителей, из них 2 первых. Вот сейчас положительное решение уже принято Советом депутатов, и, в общем-то, после опубликования решение, оно вступит в законную силу и будут произведены изменения в штатном расписании. То есть у нас остается на данный момент 7 заместителей. Депутаты сошлись во мнении, что перераспределение функций чиновников позволит повысить эффективность работы. Способствует этому и омоложение кадров. Уже сейчас в нашей администрации достаточно молодые люди, до 30 лет, которые возглавляют серьезные подразделения администрации, серьезные управления, а также являясь заместителями начальников управлений. Вот эта смена, достойная смена, которая вырастет через какое-то время и будет руководить. Большую помощь тем, кто руководит, оказывают активисты ТОСов. Благодаря им наш город с каждым годом становится краше. Во дворах появляются зеленые насаждения, детские и спортивные площадки. И активисты ведут предварительную разъяснительную работу, помогают людям понять их права, возможности, предлагают правильно составить обращение в нужные инстанции и в конечном итоге максимально реализовать все те пожелания, которые есть у большинства жителей. Екатерина Мантуленко, Александр Спицын, Большая Балашиха Лайф. Новости.